непосредственной близости от площади Героя, практически рядом с замковым комплексом Вэдэхуняк, который находится с другой стороны живописного сквера, через дорогу от знаменитых купалин Сечени расположился Будапештский зоопарк. Если у вас есть несколько свободных часов и вы хотите посвятить их зоопарку в Будапеште, я бы не советовал вам это делать. На посещение Будапештского зоопарка надо планировать как минимум 5-6 часов. И только в этом случае ваши затраты на входные билеты будут оправданы. Зоопарк занимает относительно небольшую площадь, но экспозиция его очень обширная. Представители животного мира как бы сосредоточены по регионам обитания, в стиле которых выполнена архитектурная часть зимних павильонов. Но основным достоинством зоопарка, на мой взгляд, являются очень продуманные, удобные возможности осмотра экспозиции, как для взрослых, так и для детей. Большое количество детских площадок и мест для отдыха, где можно не только отдохнуть, а и недорого перекусить. Но главное – это наличие мест, где можно, сидя как в театре, неограниченное время наблюдать за интересующими вас представителями фауны из любого уголка нашей планеты. Я думаю, вы уже посетили не один зоопарк, как в нашей стране, так и за рубежом. Поэтому у вас есть возможность посмотреть этот обзорный видеосюжет и сравнить то, что вы видели ранее, и что вы сможете увидеть в Будапеште. О самых ярких уголках, на наш взгляд, Будапештского зоопарка, я подготовил отдельный сюжет. Туристическая компания «Юхавтотур» – первый туристический оператор, который профессионально занимается организацией индивидуальных путешествия на собственном автомобиле по Европе. Все наши клиенты, помимо гарантированного бронирования отеля, приспособленных для приема автотуристов, получают подробный инструктаж и рекомендации по маршруту следования до места назначения и обратно. Также мы подскажем, как полноценно организовать индивидуальную экскурсионную программу непосредственно в районе места вашего отдыха и вдоль маршрута движения. Мы предлагаем полный комплекс услуг для индивидуального путешествия на собственном автомобиле по Европе. От расчета маршрута и бронирования отеля до страхования экипажа и автомобиль. Мы с удовольствием работаем со всеми автотуристами из любого уголка нашей страны, так как основной нашей целью является популяризация автомобильного туризма среди автолюбителей Украины. Автотур – это все, что вам необходимо для организации индивидуальной путешествие на собственном автомобиле по Европе.
Павлина видел? Вот павлин. Ну да. Аня, а когда ты видел павлина? Похоже, как... А ты там большой нянь. Да, это медведь. А что они его не гоняют? Они сейчас отдыхают. Смотри, у нее там корона. Цыплят, да, вот мама. Хромает?
здесь хочу